Всем привет, с вами снова Ним42, и мы с вами продолжаем проходить Doom 3. А насколько вы, наверное, помните, мы с вами вроде как выбрались из Марс-Сити, и сейчас направляемся, вот как тут написано, в администрацию. Так, административный комплекс — это представительство корпорации UAC на Марсе. Старшие менеджеры, чьи кабинеты, блин, не успел прочитать. Замечательно. Вряд ли вы понимаете, доктор Бетрукер. Нет, я все прекрасно понимаю. Я отстраняю вас и беру управление на себя до окончания кризиса. Кризиса? Это теперь так называется? Ситуация вышла из-под контроля. Ситуация под полным контролем, Свон. Под моим. А вы с вашим лакеем управляете себе на здоровье ничем. Ясно, Свон? Да, Бетрукер. Теперь мне все ясно. Окей, план Б. Ревизор-то у нас не лыком шит, оказывается. Так. А доктор Бетрукер, видимо... А, это, господи, это я магазин подобрал, я уж сам пугаюсь. Добро пожаловать в лабораторный комплекс Альфа. Строительство комплекса Альфа, также известного как первая ступень, было начато 29 октября 2095 года и завершено 17 июля 2130 года. На научно-исследовательской станции Альфа впервые увидели свет такие революционные технологии, как субатомный фазовый деконструктор, гидрокон и компактор молекулярного топлива. Все эти установки служат основой жизнеобеспечения лаборатории Альфа. Благодаря этим достижениям корпорация UAC смогла построить новый исследовательский комплекс лаборатории Дельта, где сейчас ведутся новейшие исследования и разработки. Значительные капиталовложения и упорный труд позволяют Объединенной Аэрокосмической Корпорации развиваться дальше и строить светлое будущее для человечества. Светлое будущее для человечества. Замечательно. Это, что я хотел сказать-то? А, Бетрукер, видимо, совсем крыши поехал. Он, видимо, хочет... Точнее, проводит какие-то эксперименты, и его все вот это вот устраивает. А ревизор, получается, на нашей стороне. А он вместе со своим этим телохранителем... Это очевидно. Он со своим телохранителем пытается его остановить, и... И то, что я слышал по поводу плана Б, видимо, это все зачистить. Я надеюсь, правда, на нас это не распространяется, а то будет не очень весело. Так. Надо найти КПК. Кстати, я что-то давно не читал. Во. Дункан Мэтьюс я не прочитал. Аудиозаписи у него нет. Так, нет, а вот это я вроде как читал. А почему у меня написано, что оно... что оно не просмотрено? Ну да ладно. Так, у нас сейчас задание вроде как направляться к нашему непосредственному начальнику. Пытаться, по крайней мере. Так, опять идти. Блин, где? В вентиляционной шахте, что ли, где-то? Кто там лупит? Я тоже так умею.
Блин, задел все-таки, а? Больше тут никого нет. Ура. Можно лутить. Так, картечь. О. Так, это нам нужен КПК. Чей-то где? О, КПК. Алан Дорвайлер. Давайте посмотрим. Так. Броня и боеприпасы в шкафу. Алан, как мы и договорились, я поместил боеприпасы и бронежилет в ваш шкафчик. Код замка 586. Не знаю, что тут происходит, но никакие предосторожности лишними не будут. Дай бог, чтобы это барахло вам так и не пригодилось. Если я узнаю еще что-то, тут же сообщу. Этан. Прекрасно. Так, Алан, мне сказали, что руководство UAC отправило к нам инспектора для проверки деятельности Бертругера. Его зовут Элиот Свон. О, это по сюжету, интересно так. Не знаю, кто он такой, но Джон говорит, шишка серьезная и въедливая. Всегда путешествует с телохранителем. Так что плохо дело. Только бы этот Свон нас не прикрыл. Мы ведь почти решили проблемы со стабилизацией, а погрешности при передаче материи сейчас низки, как никогда. Как только что-нибудь еще узнаю, сразу же сообщу. Экспресс-аптека. Мистер Дорвайлер, интернет-аптека без рецептов, без труда. Мы уверены, что заказ лекарств по сети должен быть таким же простым и быстрым, как и заказ любых других продуктов. Доставка медикаментов в любую точку галактики. Эмбарго, запрещенные препараты, нет проблем. Дополнительная информация на martianbody.com. Наркоманом, что ли, был этот Алан? Раз ему такие нужны. Так, аудиозаписи нет, понятно. Так, 586. Оп. О, гранаты, замечательно. Правда, их всего 4, но все равно это замечательно. Так, подлечимся, теперь можно сохраниться. И что тут дальше? Комплекс Альфа. Так, Уильям Бэнкс. Мне нужен КПК Уильяма Бэнкса. Где мне его достать? Откуда столько кровища, я не понимаю. Вот сволочь, что ж она так прыгает? А? Ага. Так, ничего нет. Что это за штука? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот жердя. Ну стой. Стой, сволочь. Куда он пошел? Может, он сзади хочет обойти? Тут же... Тут нет дверей же. Куда он пошел? Я что-то слышу. Что я слышу? О, живой? Не останавливайся, приятель. Ты мне ничем не поможешь. Все мертвы. Нас взяли врасплох. Вылезли из ниоткуда. Ну как скажешь, мужик. Я бы тебе, может, аптечку какую бы принес, я не знаю. Блин. Доступ запрещен. Найти КПК Уильяма Бэнкса. А, ну прям как я и сказал. Ну там же написано было. Можно было бы догадаться раньше. Так, а чё? Тут можно туда? А, я стекло пробил просто, отлично. Окей. Ящики все какие-то.
О, ручные гранаты, отлично, еще картечь. Я прям загружен под завязку. Это хорошо. Это техника, что ли, так такие звуки издает? Блин. Ну как так-то, ну? А куда? Куда имп делся? Он же тут был. Он кинул в меня фаербол и куда-то смылся. Где он? Вот прыгнет сейчас откуда-нибудь. Непонятно откуда. Ну как так-то, ну? Чё я сюда пришел туда вообще? Я ничего не могу сделать? Чё-то я запутался. Ладно, пойдем посмотрим еще в другую сторону. Где, блин, где? Блин, он так стрёмно выглядел из тени. Откуда он вылез? Как он сюда попал? Он в другой комнате он был вообще. Что? Видеодиск? Откуда? Добро пожаловать в лабораторный комплекс Альфа. Строительство комплекса Альфа, также известного как первая ступень, было начато 29 октября 2095 года. Это мы уже видели. Так, окей. Тогда не будем снова это смотреть. Блин, а чего я пропускаю? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сволочь. Блин, они ж... Здесь брони, я не знаю, сколько они ее просто вынесли, офигеть. Это ж надо такая. Еще и толстяк там куда-то ушел, непонятно куда. Сейчас где-нибудь тут нибудь будет. Замечательно. Где тут была аптечка? Мне нужна аптечка. Они прыгают из ниоткуда абсолютно. И не видно еще ничего без фонарика. На этом... На автомате нет фонарика, что? Нет, только отдельно, походу. Если кто-то знает, можно ли включить на автомате фонарик, напишите мне, а то в настройках я все равно ничего не найду. О, это случай не тут с вами сидел? Да, конец вызова. Вот здесь вот сидел инспектор. О, красавчичка. Вместе со своим телохранителем, вот за этой фигней. Это, видимо, какая-то система передачи телевидеосигнала. Скайп местный, короче. Мы, видимо, идем прям по его следам. Так. Шлемы. Почему мне их не взять? Хм.
я слышу зомби. Где? Где зомби? Ой, чё же это такое? Где мне взять этот долбанный КПК? Компьютер какой-то, может, там что-то есть. Что-то я хоть могу, да, зайти? О, так, дробовик. Это есть хорошо. Бронепластина. Так, терминал охраны. Кабинет и руководство. Вход один, закрыт, зона закрыта. О, отлично. Ну охренеть. Уйди. Уйди отсюда, пожалуйста. Уйди. Иди. Фу, это было стрёмно. Это... О, капец. Я, честно говоря, думаю, что у нас сначала дверь сломает. Офигеть. Чуть не загрызла. Есть тут аптечка где-то? 47 хп. Блин, классное интро сделали. В модах же ж такого нигде нету. Там они, ну, просто ж бегают вокруг. Круто. Очень круто. Мне, правда, теперь аптечку. Патронов на автомате не осталось почти. Замечательно. Все. Да ну... Ой, не то. Чё, прилёг? Чё, не исчезает? Где-нибудь аптечка, а? Где-нибудь. Сейчас ещё кто-нибудь выпрыгнет просто. Патроны для пистолета. О, это чё? Джонатан Мозес. Так, аудиозаписи нету. Опять аптека. Поздравляем, вы выиграли наш специальный бесплатный приз. Встраиваемый шкаф с полезными припасами, которые, как нам кажется, могут вам пригодиться. Чтобы получить свой приз, посетите наш сайт. Замечательно. Мистер Мозес, мы недавно получили от компании «Марсианский друг» шкаф, адресованный вам. Где бы вы хотели его поставить? С уважением, Джим Боуэр. Это ж надо, и правда, вырыл. Ну-ка. Спасибо за оперативный ответ. Мы смонтируем шкаф в вашем кабинете к концу недели. Так, прекрасно, уже доставили. Так, быстро, пожалуйста, установите его в моем кабинете. В северном коридоре административного блока. Я просто сгораю от нетерпения. Что же мне прислали? Так, блин, а про пароль, чё, нигде ничего нету? Ну, пароль-то, ну. А! Так что, не его шкаф, что ли, вот это? Бесплатно. Блин. Не, пароль какой-то стоит, чёрт, только вот как его узнать? Шугаюсь.
КПК мы его взяли. Видимо, придется еще один найти. Нигде ж ничего не было по этому поводу. Куда я вообще иду? А, я понял. Кто я опять потерялся? Так, видимо, нам... Ну что, нам придется наверх туда идти, да? Солдат, группа Браво доложила, что некоторые участки базы зарастают какой-то дрянью. Не знаю, что это такое, но думаю, ничего хорошего. Держи ухо. Какой-то дрянью? Что он имеет в виду? Я пока ничего не видел. Надеюсь, что я не увижу, конечно, но... Думаю, что увижу. О, это шлет. Я вижу, что краю пока что. Лазит и вылазит. Не работает. Я все перепробовал, но компьютер не отвечает. Я не могу получить права администратора. Здесь ничего нельзя сделать. Придется искать другой терминал. Все, пошли. О, что у него за пушка? Это что, БФГ? Да, у него БФГ. А, я хочу БФГ. Так, он, видимо, пытался что-то с компьютером сделать. А, интересно. На всякий случай. Так. Я понял, мы прошли по кругу. Ой, да заткнись ты, ну. О, кстати, тут аптечка была где-то. Добро пожаловать. Где-то... Вот тут. Замечательно. Так, теперь ломим назад. 2130 года. На научно-исследовательской станции Альфа. А, и, видимо, идем в единственный оставшийся коридор. Интересно, что спон пытается сделать? Где? Я не вижу его. Где он? Вижу. Ну, ладно. Все? Оу, ну почему? Почему там такие коридоры повсюду? Что-то лежит. У меня такое ощущение, что здесь сейчас выпрыгнет имп. Странно. Но ладно. У меня же лучше. То, что сектанты какие-то поселили, что ли, я не понимаю. Ну офигеть, теперь мы туда пока не пойдем, мы туда попозже зайдем. Так, больше тут ничего нет. Ну что ж, идем тогда сюда. Оп, КПК. Но, где? Блин, теперь они не умеют телепортироваться, замечательно. Еще один. Замечательно. Так, а это, видимо...
есть эта нарастающая повсюду фигня, о которой меня и предупреждали. Фу, какая пакость, а? Так, FPS, не проседай. Спокойно. Спокойно. Блин, почему FPS проседает? Игра. Успокойся. Блин, надо выйти отсюда. Просто выйти. Во-во-во-во. Вот так, ура, ура, ура. Так, мы подобрали КПК. Чей это был КПК? Уильям Бэнкс. Замечательно. Директор базы Уильям Бэнкс. Запись от 20 октября 2145 года. До моего сведения дошел факт пропажи значительного количества сотрудников базы. Мой секретариат получил из Дельты 4 таких рапорта только за последнюю неделю. Люди не появлялись на рабочих местах. Когда я пришел домой, никто не отвечал. Секретариат отправит имена этих людей в охрану Марса. И все пообещали начать расследование. Эти события очень-очень беспокоят меня. Особенно на фоне участившихся случаев шизофрении и прочих психических расстройств. Надеюсь, между массовыми психозами и исчезновением людей нет никакой связи. Надейся, надейся дальше. Как-то они слишком поздно об этом забеспокоились. Директор базы Уильям Бэнкс. Запись от 5 октября 2145 года. Служба жизнеобеспечения довела до моего сведения, что недавние изменения в сети энергоснабжения привели к неполадкам во многих второстепенных системах. Из доклада следует, что причиной тому являются либо периодические отключения электроэнергии, либо низкое напряжение в сети. В нем также говорится, что обеспечивать нормальное распределение энергии становится все сложнее. Благодаря стараниям доктора Битругера, я заверил начальника службы жизнеобеспечения, что направлю доклад в вышестоящие инстанции. Почему игра стала проседать, я не понимаю. Нормально же все работало. Так, а что у него в почте? Религиозные артефакты. Господин директор, прошу вас обратить на эту проблему самое пристальное внимание. Для моей работы исключительно важно, чтобы все контейнеры с религиозными артефактами, поступающими с Земли для лаборатории Дельта, переправлялись туда напрямую, без каких-либо проволочек. Я не могу допустить, чтобы мой драгоценный груз бестолку пылился у вас в ангарах, дожидаясь, пока ваши подчиненные наконец соизволят его отправить. Прошу вас немедленно принять меры к разрешению этого вопроса. Окей. Так. Господин директор, младший научный сотрудник Эрик Рафель уже неделю не появляется на рабочем месте. Я неоднократно звонил ему домой, но там никто не берет трубку. Его уже несколько дней никто не видел. Я не представляю, что делать. Обычно на него было вполне можно положиться. Я связался со службой безопасности Марса в надежде, что они сумеют его найти. В конце концов, на базе просто негде потеряться. Боже, надеюсь, с ним все в порядке. Как только я что-то услышу, тут же вам сообщу. Так. Мистер Бэнкс, с радостью сообщаем вам об открытии нового веб-сайта корпорации. Пожалуйста, уделите часть своего драгоценного времени на ознакомление с ним. Окей, больше ничего интересного тут нет. Так, мы подобрали этот долбанный КПК, и куда нам теперь идти? Помню, что были закрытые двери, но я уже забыл где. Так. Блин, я думал, что ударился. Ну офигеть, теперь. Нет. Фух, это было напряженно. Мне срочно нужна аптечка. Хоть 10. Хоть что-то. О, кстати. Отличненько. О, вот и аптечка. Так, еще что тут есть.
Блин, он даже, не знаю, не вякнул. Он абсолютно никаким образом не показал то, что он сейчас откуда-то появится. Офигеть. Хорошо, что я фаербол услышал. Так. Пол Симмонс. Так. Мистер Симмонс, мы протестировали вашу систему и не обнаружили никаких неисправностей. У нас все работает, так что, судя по всему, ваш Брандмауэр в порядке. Сообщения о похожих вторжениях в сеть поступили от других администраторов. Видимо, за этим стоит очень хороший хакер или сотрудник с очень высоким уровнем доступа. Мы продолжим мониторинг сети и немедленно вам сообщим, как только что-нибудь обнаружим. Так, еще что? Спам. Пол, сделай что-нибудь со спамом, совсем распоясались. Хуже всех этот марсианский друг. Сколько же дряни они мне послали, и откуда только у них мой адрес, ума не приложу. Пол, ну сделай хоть что-нибудь, я сегодня все утро мусор из ящика выгребал. Заранее спасибо, раз. Интересно. О. Так, я не понял, запись не включилась, я аж нажал. Пол Симмонс, системный администратор. За последние дни было предпринято несколько атак на нашу сеть. Похоже, атаки начались задолго до этого. Но тот, кто это делал, он настоящий профессионал. Он прекрасно умеет заметать следы. Я совершенно случайно заметил какие-то странности в логах. Иначе мы бы и дальше ничего не знали. Хакеры внедрили Трояна в один из запросов суперкомпьютера. И таким образом обманули наш Брандмауэр. К сожалению, из-за установленных в комплексе Дельта правил безопасности, я могу только определить, что Троян пришел оттуда. И все. Я не могу определить ни машину, ни даже лабораторию, из которой он был послан. Могу только сказать, что хакер получил полный доступ к личным данным наших служащих, вплоть до медицинских карт. Моя команда в ближайшие несколько дней будет внимательно следить за сетью. Может быть, нам удастся заметить что-нибудь необычное. Конец записи. Отлично, тут еще и политика замешана. И причем это же была та самая комната, в которой Свон был с телохранителем. Значит, они пошли сюда, интересно. О, а тут толстяк был. И как же они прошли? Что трясется? О, кстати, это не тут была дверь. Запертая. Ну-ка. То где-то была еще большая дверь. О, аптечка. Где? Я не помню. Очень много места. Очень много. Ну где? Ай-яй-яй. Так и пруд, а? О, кстати, может это тут было? А, нет, я уж все проверил, да. Значит, где-то в другом месте. Помню, что дверь была большая.